президент. Здравствуйте. Я думаю, наши коллеги тоже вам хорошо знакомы. Добрый день, рад видеть вас. If the world is ready for the third world war, then it may start in Sarajevo again, like in First World War. But we Serbs will do everything, not only to avoid Third World War, but to make peace immediately. Такой диплом ожидаем наших лауреатов. Настоящего великого сербского поэта, великого гражданина, 4-й год. Мы вас поздравляем, господин президент. Русская литература воспринимается моим народом не как одна из зарубежных литератур, а как своя собственная литература. Свидетельствует литература о таких событиях.